Как подключиться к конференции президента в Zoom, которая пройдет уже прям буквально через 30 минут? Ссылка размещена в наших чатах и в личных сообщениях. Плюс вы ее найдете на официальной страничке в Фейсбуке «Вивасан». В поиске Фейсбука напишите «Вивасан» и выберите страницы. Итак, ссылку вы нашли, кликаем по этой ссылке, выполняем однократный щелчок. Zoom у меня уже на компьютере установлен, а я показываю, как подключаться именно с компьютера, с телефона все точно так же. Если Zoom у вас не установлен, то, пройдя по этой же самой ссылке, нажмите вот на эту кнопочку «Загрузить сейчас», «Download». Мне просто нужно открыть приложение, нажать на кнопку «Открыть приложение». У вас могут запросить адрес электронной почты. Появится окошечко, в котором необходимо ввести электронную почту свою. Вводите почту в идеале, которую вы использовали для регистрации в Zoom. Я сейчас постараюсь в другом браузере показать это окошко. Открыть приложение Zoom. Перестал запрашивать. Все очень просто. Нажимайте на чат, здесь вы можете задавать свои вопросы. Общение будет происходить только одностороннее и в виде текстовых сообщений, которые вы будете писать в чате. Итак, коллеги, присоединяйтесь, времени уже мало.